Но мы провозглашаем, что наш Господь есть живой Бог, что мы верим в Иисуса Христа, Сына Божьего, который умер за грехи наши и на третий день воскрес, который даровал нам спасение по благодати, который вписал наше имя в книгу жизни, который даровал нам Дух Святой. Мы верим в Иисуса Христа, который родил нас Духом Своим и призвал нас в общение Отца Небесного. Мы верим, что наше рождение здесь, на этой земле, оно не случайно, потому что Ты имеешь, Господи, свой божественный план для каждого из нас. И мы хотим войти, Боже, в волю Твою. Мы хотим, Господи, исполнить наше предназначение здесь, на этой земле. Поэтому, Господи, мы говорим, без Тебя мы не можем это сделать. Мы смиряем наше сердце, мы смиряем наши мысли, мы смиряем все наше естество. Мы признаем и принимаем Твое господство, Твое царство, Твою власть, Твое владычество над нами. И мы говорим, Господи, Ты наш Бог, веди нас, наполняй нас, говори в наши сердца. Боже, проведи нас по этой жизни. И мы хотим, Господи, чтобы в этой жизни мы учились, мы становились победителями. Господи, мы хотим, чтобы по ходу мы освобождались от всякой тьмы, от всяких зависимостей, от всяких комплексов, от всяких страхов, сомнений во имя Иисуса Христа. Всего того, чем на протяжении всей нашей жизни комплексовал, сковывал нас дьявол, мы хотим иметь полную свободу от этого. Господи, и мы знаем, Боже, что чем больше мы будем приближаться к Тебе, чем больше мы будем ходить в Твой свет, тем больше всякая тьма из нашей души, она просто будет убегать прочь во имя Иисуса Христа. Господи, и это не наша молитва просто от того, что вот нам нужен Ты. Господи, это твердое решение нашей воли. Это сознательное решение нашего сердца. Господи, мы приходим к Тебе. Мы приходим к Тебе, Господу нашему. Мы хотим познать Тебя. Мы хотим наполниться Тобой. Нам нужен Твой Дух Святой. Нам нужна полнота в Тебе, в Господе нашем, Царе нашем, во имя Иисуса Христа. Бог великий, Бог чудный, Ты верный своим словам, Ты верный своим обещаниям. Боже, и несмотря ни на какие, Боже, обстоятельства, Твое Слово, оно неизменно, Твое Слово, оно непоколебимо. Боже, и как бы враг не пытался нас, Боже, посеять наши сердца, семена сомнения и неверия, мы провозглашаем, что Господь Бог держит Свое Слово. Его Слово тщетным не бывает. Его Слово приносит плод. Плод веры. Плод в нашу жизнь. И мы верим в это. Мы исповедуем это. И мы, Господи, поднимаем наш дух. Поднимаем наше сердце по направлению к Господу. И мы противостоим всякому сомнению. Мы заявляем в этот духовный мир во имя Иисуса Христа. Враг, ты не имеешь части в нашей душе. Ты не имеешь права на нашу жизнь. Пусть мы несовершенны. Пусть мы еще находимся где-то в каких-то процессах обновления. Но мы куплены кровью Иисуса Христа. Мы принадлежим Божьей семье. Мы есть дети Божьи. И Божья благодать над нами. И у нашего Отца Небесного есть судьба, которая приготовлена лично для нас. И Ты, брат, нам в этом не помешаешь. И мы будем входить в Божью полноту. Мы будем слышать голос Божий. Мы будем ощущать нашим сердцем Его прикосновение. Мы будем разбираться и принимать волю Божью и исполнять волю Божью. А всякая тьма добежит от нас во имя Иисуса Христа. Потому что Господь наш, Бог живой,
Бог наш любить нас, Господь нас ценит нас, и мы будем славить, и мы будем благословлять Бога нашего, и мы будем провозглашать это в наших молитвах, в наших псалмах. И пусть, Господи, эта хвала, это поклонение церкви, пробивая всякие облака демонических заслонов, оно приходит пред престолом Божьим во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Потому что Господь достоин славы. Господь достоин поклонения. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, наш Господь! Тебе, Господи, доверяемся Тебе, Бог надежный. Аллилуйя.
Господи, Боже сил, всемогущий,
И ты стоишь за нами, Господи. Ты за нас, ты не против. Бог наш, с тобою мы восходим на гору, Господи. С тобой мы повергаем врага. С тобою, Господь, твоей силой, твоим могуществом, Господи. Не наши, нет, мы люди. Мы всего лишь люди, Господи. И ты знаешь нас, нашу сущность. Господи, откуда мы взяты? Боже, но ты возвел нас в этот необычайный ранг, Господь. Быть, Господи, твоими детьми, новым творением. Боже, все новое ты творишь в нас. Ты учишь нас днем за день за днем. День за днем, Господи. Ты ведешь нас, Бог наш, по этой жизни. Боже, ты преображаешь нас в образ свой. И мы благодарны тебе. Господи, и все оковы, все твердыни сатаны, все планы, которые он против нас создает, кует, все эти замыслы, все эти сети, они разрушены во имя Иисуса Христа. Потому что великий Бог, Царь Славы, он за нас, он не против, а враг посрамлен. И нет ему никакого дела в нашей жизни, потому что кровь Христа омыла нас. Потому что кровь Христа, Его жертва, оправдала нас. И мы Его, выкуплены Его дорогой ценой. Аллилуйя. Которая бы не смогла смыть кровь Иисуса Христа. Когда мы приходим пред престолом Твоим, престолом милости, когда мы смиряем свое сердце, Боже, Ты милуешь нас, как детей Твоих. И Ты говоришь, иди, иди и больше не греши. Спасибо Тебе за эту надежду, Господь. Спасибо, что мы имеем такого милующего Бога. Благодарны Тебе, Царь. И мы приносим также, Господи, сейчас перед Тобой всякое наше неверие, всякий наш страх, все сомнение, которое терзает душу нашу. Мы складываем это у Голгофского креста. И сказал, чтобы мы принесли все бремена, все тяжести пред Тобой. И мы отдаем это Тебе, Господи. Мы отдаем это Тебе решением нашей воли. Все те вопросы, которые нас сейчас беспокоят. Кто-то переживает за свое будущее. Кто-то переживает за свое здоровье. Кто-то беспокоится за детей своих, Боже. Кто-то за мужа, кто-то за детей, кто-то за жен, за неверующих родных. Господи, мы это сейчас все складываем у Голгофского креста. И мы принимаем обетование Твое. Мы принимаем, Господи, Слово Твое, где Ты сказал, и чего не попросите во имя Мое, будет вам. И мы просим, Боже, мы просим откровения. Мы просим, Боже, милости Твоей на все эти волнующие нас вопросы. Мы просим Твоего вмешательства. Мы просим, чтобы все решилось по воле Твоей. И мы доверяем это Тебе, Богу нашему. И мы знаем, где Господь, там будет устройство. Потому что наш Бог, Он великий. Наш Бог, Он сильный Бог. Наш Бог тот, который держит Слово Свое. И Он чудным образом всякое зло обращает в добро. Вот такого Господа мы имеем. Такому Господу мы служим. И такому Господу мы доверяемся. Спасибо Тебе. Аллилуйя, Боже. И мы славим Тебя. Мы уже благодарим, Господь. Мы благодарим, что Ты принял эти времена. Мы благодарим, Господь, что Ты поднимаешь нас на высоты веры. Ты поднимаешь нас над этими проблемами, Господь. И подобно Петру, мы можем ходить по воде,
Боже, мы можем Бог выходить над этими обстоятельствами, потому что мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Мы смотрим на живого, всемогущего Бога, который называет несуществующее, как существующее, который говорит Слово Свое, и Его Слово становится плотью. И мы провозглашаем волю Божью в нашей жизни и решение всех этих вопросов. Да не тяготит тень всего этого над нашей душой. Наш Господь взялся за это дело. Наш Бог решает эти моменты. Наш Господь, великий Бог, аллилуйя, слава Тебе. И душа наша славит Тебя. И дух наш величает Тебя. И сердце наше радуется Тебе, Господу нашему, Царю нашему, Владыке нашему. Аллилуйя! И мы будем славить и благодарить, потому что Ты велик, Ты велик, Ты чудный, Ты прекрасный. Спасибо Тебе, Святой. Спасибо, что Ты не оставляешь своих детей наедине с проблемами. Ты вступаешься за нас. Ты берешь нас на руки Свои. И Ты, Господи, возносишь нас над всеми Тебе обстоятельствами, говоришь, Сын мой, дочь моя, посмотри с высоты моего полета, посмотри моими глазами, и ты увидишь, что для меня нет ничего невозможного, потому что я великий и могучий Бог, и мы верим в такого Господа. Мы благословляем такого Бога, мы благодарим такого Бога во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! 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 Голубы, ты прайды главы, ты прайды гады, это громы, ты прайды глори громы. И пусть Твой Дух Святой, Он течет через нас. Пусть Твой Дух Святой увлекает сердце наше. Пусть Твой Дух Святой, Он руководит нами, Боже. Дай нам слиться с Тобой. Дай нам довериться Тебе, Господу нашему. Аллилуйя! Нашему Царю, нашему Спасителю. Потому что в Твоих руках мы безопасны. Потому что с Тобой, Господи, мы имеем жизнь. В Тебе успокоится душа наша. На Тебя мы уповаем. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Чудрика от престола воскрес через сердца. Yeah.
Thank you.
ключики Духа Святого. Пусть они пробиваются из глубины сердца нашего. Пусть они возносятся сейчас пред Тобой. О, Боже, это пение из глубины сердца нашего. Аллилуйя! Давай откровение народу Твоему сейчас. Давай откровение, Господи. Говори, Господи, Слово Твое в каждую душу. Прикасайся, Господи, к каждому сердцу. Мы жаждем Тебя, Господи. Мы жаждем Тебя, Господи. Звучало слово «Укрепляйтесь в Господом и могуществом Его славы». Уточняйте себя Господом. Действительно, сейчас подходит время, когда Бог насыщает нас. И не просто ради только нашего блага. Не только ради нас Он нас исцеляет, не только ради нас Он нас поднимает в вере. Он делает это с нами, но не только ради нас. Потому что, когда Господь смотрит на нас, Он также смотрит на людей, которые вокруг нас, которые тоже нуждаются в милости, в благодати, в Божьей силе. И Господь поднимает тебя, исцеляет сердце твое, освобождает тебя от пут врага, от всякого лекопутывающего греха, чтобы ты мог быть Его светильником, чтобы через тебя Его свет, свет Божьей любви, мог согреть те души, которые еще блуждают во мраке. Слышите? Не ради нас одних Бог это делает, потому что Бог не только нас любит, Бог любит все свое творение, всех людей. И написано в Слове Божьем: «Не хочу смерти грешника». Бог не желает, чтобы кто погиб, но желает, чтобы все имели спасение через Иисуса Христа. И Ему нужны верные. Ему нужны Его сосуды. Ему нужны Его дети. Те, которые как будут как послы Божьи представлять Его царство. Которые будут являть Его закон, Его любовь, Его милость, Его сострадание, Его правду. Это мы с вами. Слышите? И не ради нас одних, я повторюсь, Бог совершает над нами это исцеление и освобождение наших душ.
но ради тех, которые вокруг нас. Дорогие, и в этом твое и мое призвание. Наполниться Господом, чтобы Его облик отразился в нас. Вот наше призвание. Чтобы слава Господня через тебя, через меня, она могла являться этому миру. В наших словах, в наших взглядах, в наших ценностях, в нашем отношении к этим людям. Наша жизнь – это есть живое свидетельство. И Бог хочет, чтобы люди смотрели на нашу жизнь, и они видели и говорили: есть Бог, есть надежда, есть правда, есть любовь, и она еще не умерла на этой земле. Потому что они видят, что в нас Бог, в нашей жизни. И куда бы ты ни пошел, где бы ты ни находился, или в твоем огороде, или в магазине на станции, или на базаре, или в электричке, Бог будет через тебя являть свою любовь. Ты не сможешь укрыться. Божья милость, она будет касаться этих людей. Они будут меняться. Что-то будет происходить с их сердцем, с их душой. Но Господу нужны верные. Поэтому Господь избрал церковь свою. Поэтому Он назвал нас не просто невестой своей. Но Он говорит: вы тело мое. Через нас, как через свое тело, Господь хочет достигать этот мир, достигать этих людей. Поэтому, дорогие, не время нам сейчас циклиться на своих проблемах и заботах. Сейчас самое время возносить глаза повыше. Слышите? Вырываться из этого замкнутого круга суеты, каких-то проблем, нужд, которые никогда не заканчиваются. Сейчас лето благоприятное. Сейчас самое время говорить: Господи, наполняй меня, поднимай меня выше, дай мне, Боже, войти в Твою славу. Дорогие, Бог будет наполнять, Бог будет менять наши сердца. Не переживайте за остальное. Бог будет устраивать наш путь. Бог позаботится, Бог наставит, Бог пошлет нужных людей, которые будут решать наши вопросы. Бог найдет, как это разрулить. Но Ему нужно наше сердце, верное сердце. Поэтому, пожалуйста, у нас есть намного больше призвания, чем ковыряться, как курка в навозе. Слышите? У нас есть намного больше призвания. Мы призваны к высшему званию во Христе Иисусе. Вот наше призвание. И пусть это призвание, оно состоится в нас. Поэтому ободритесь. Поэтому будьте смелыми. Решение вашей воли. Не ведитесь чувствованиями, не ведитесь мыслями. Помните, не мысли нами управляют. Не чувствования нами управляют. Пусть Дух Божий нами управляет. Пусть Слово Божье нами управляет. А мысли, они имеют свойства. Они меняются. Они подстраиваются. Чувствования наши тоже, как волна. То набежали, то смотришь, уже и нет этой волны. Бог силен творить в нас. Слышите? Бог силен решать все наши поточные нужды. Но Ему нужно решение нашей воли. Поэтому смотрите, ненавидимое, оно невидимое. И Бог будет делать чудеса и в нашей жизни, и в людях, которые окружают нас. Я не знаю, как вы, но в последнее время, просто сколько вот мы сейчас, у нас и эта молитва, и постоянно звучит слово, просто внутреннее понимание, что сейчас Господь готовит церковь, и не просто нашу общину, не просто даже церковь поселка, Бог готовит сейчас Украину к пробуждению. Бог готовит к нечто великому. Но Он хочет, чтобы наши сердца были готовы. И поверьте, у Господа для каждого из нас есть свой труд. По силе, по способностям у Него есть труд. Я хочу войти в этот труд. Я не хочу, знаете, остаться за кормой и увидеть: о, где-то там было пробуждение, или там что-то Бог делает. Я хочу быть там. Я хочу, чтобы Бог действовал через меня.
Я верю в то, что Господь желание это дает каждому из вас. Поэтому мы в Боге намного сильнее. Не жалейте себя. Слышите? Пусть это дух самосожаления идет и гуляя огородами. Не позволяйте ему завладеть вами. У нас есть четкое и ясное понимание. Бог принял нас. Бог искупил наши грехи. Бог сильно творит чудеса в нашей жизни. И пусть мы еще что-то не видим и что-то не понимаем, но мы сердцем нашим веруем. Потому что написано «блажение» те, которые не видят, но веруют. А мы как раз вот из этой категории. Пусть мы не видим, но мы верим в Господа нашего. И мы блаженны будем. И Бог будет свое слово осуществлять в нашей жизни. Не сомневайтесь в этом. Аминь. 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 Мы еще прославим Господа. Спасибо большое. Да. Спасибо.
Хорошо. Володя поделится словом. Слава Богу. Технически не палатка, но сегодня будет. Я читаю громко, внятно. Слушай, значит, на слово не воспринимайся. Ну, первое, что хотел поделиться с вами, когда прошлое служение было, да, оно состояло, в принципе, из свидетельства, да, Даниил и мама его свидетельствовали, здесь, да, чудо, которое Господь сотворил. Когда я слушал Даню, у меня запомнился один такой момент, когда он говорил, что, говорит, я несколько раз просыпался, когда в коме был, но это были ложные вот эти образы, ему казалось, что он проснулся, а это он не проснулся, на самом деле он продолжал быть в коме и так далее. И так вот, то я в будущем просыпался, то в каком-то прошлом, то одни люди, то другие. И каждый раз мне казалось, что когда я проснулся, а на самом деле это было, ну, все еще продолжалось кома. И тогда, говорит, я воззвал Господу и говорю, Господь, я хочу уже по-настоящему проснуться. И Господь ему дал, что он начал себя ощущать уже, где он находится, слышал, что там люди говорят, постепенно начал смотреть там зрение, вкус, да, он рассказывал и так далее. И в связи с этим я вспомнил из своей жизни небольшой случай такой, он просто, ну вот, на тот момент я как-то не придал ему значения, а в связи с этим данным служением как-то прямо из подсознания выскочило это яркое такое воспоминание, и я сравнил вот то, что Даниил рассказывал, то, что в моей жизни происходило. И это было, когда я уже отошел от Бога конкретно, так уже на самом дне практически был, и я тогда пил сильно, был в запое очередном, и возвращался домой очень пьяный. И решил сократить путь, там такая насыпь в дороге, короче, я решил по ней спуститься. И, ну, я когда спускался, упал, и получается, в прыжке таком в дерево, это плечом попал и сломал ключицу. Ну, это мне не помешало еще 4 дня там дальше заливать это и так далее, с этой сломанной ключицей. Но, конечно, в итоге я все-таки попал в больницу, пришел к врачу, говорю, так и так, у меня что-то с плечом там болит. Мне говорили, посмотрите, наверное, выскочила типа ключица, когда я себе так намотал, что... Он посмотрел, говорит, так у вас, ну, она лопнула просто, говорит, типа, это, и там, ну, она вот так вот подняла кожу уже на плече, и получается, торчит вот так вот. Говорит, надо оперировать. Я, да не, ну, за, ну нельзя как-то поставить ее на место, не, надо оперировать. Ну, и на следующий день меня оперируют, привозят же в эту операционную, и врубают этот наркоз. А еще мне медсестра говорит, вижу, что вы курите, говорит, ну, курите, типа, перед операцией, короче. А я наоборот накурился, чтобы паровоз был голодный, это самое, и, ну, это, короче, они меня усыпили. Короче, и что мне привиделось в этом состоянии, когда я был на этом? Что как будто врачи мне разрезают это плечо и начинают что-то там делать. И в этот момент что-то происходит, и все врачи уходят, и медсестры. И заходят какие-то вообще другие люди, такие в темных одеждах, берут, кладут меня на эту качалку и везут куда-то. Так уже по улице везут, все, а я ничего не могу сделать, просто глазами там по сторонам. И, ну, и мычу там что-то это, они, что там с ним, а ладно, бросай его здесь, и вот, ну, выкидывают так вот прямо посреди улицы, как бы, это самое. Я лежу там на этой улице, и хочу позвать на помощь, начинаю там, что-то там, ну, мычать, это же плечо болит там, это и все. И тут понимаю, что на улице никого нету, просто, ну, как на фотографии, знаете, такое все застывшее кругом, ни птицы не поют там, ни ветер, ни это, ничего, просто... Тишина такая, это, так, гнетущая такая. Я смотрю, где я лежу, и вроде вижу такие ступеньки за мной, какие-то оборачиваюсь, а там, ну, типа собор такой, как-то готический такой, католический. Я, ну, в соборе мне помогут, и начинаю там одной рукой ползти как-то по этому собору. Там. Все, и доползаю в эти двери, и заглядываю, а смотрю, там какие-то лавочки перегорные, такая там пыль, паутина, и вроде как запущено это все. Я думаю, ну там же кто-то есть, наверное, все равно, и ползу дальше по этому. Ну, собор, и подползаю там делал так тоже, такие ступенечки, и кто-то сидит на этой ступеньке. Такой человек вроде как байкер одевается, это косуха такая, типа темные штаны такие кожаные, короче. Он сидит и курит на этих ступеньках. И я ему ползу там, помогите, помогите. Ну и подползаю к нему, так, переворачиваюсь на спину. Раз берет мне рот, зажимает рукой, нос так тоже и держит, короче. Я начинаю задыхаться, там, там. И просыпаюсь в этот момент. В операционной, а получается тоже врачи все ушли. Остались только две медсестры. Они стоят и хорошо мне спиной, что там ля-ля-ля-ля там между собой. И я чувствую, что не могу вдохнуть. Я так начинаю хрипеть, там, рукой там бить по этому, короче. Они же наборачиваются, говорят, что-то с ним не то. Ой, он, кажется, не дышит. А ну дай ему эту маску, короче, шесть маску мне эту приложили. Дыши, дыши, так начали там же дергать, короче. Я начал, ну, потом
там дышать, маленький лоток воздуха, второй, там третий или что-то еще. Это, ну, я все отошел. Ну, это мне как бы уроком не пошло, я там и дальше продолжал жить в миру, пока Господь меня не привел на лицензию. Я просто, ну, к чему это? Когда я услышал Даня на служении и вспомнил вдруг то, что со мной тогда случилось, это сам я, какой-то урок для себя вынес. Знаете, когда верующий человек, он перешагивает этот порог, который отделяет жизнь от смерти, и туда, то его там встречает Господь. И Господь его обнимает и забирает с собой. И он попадает Господу на небеса, и он там в вечном радости, в вечном блаженстве, в вечном счастье. А когда перешагивает человек неверующий или отошедший от Бога, то он попадает вот в ужас, знаете, когда все самые худшие опасения. Большинство людей слышали за Бога, да, сам. И когда они приходят туда и понимают, что все это правда, и вот они попадают в вечное мучение, в это, да, там, где плач, там, где скрежет зубов, то я себе представляю просто, какой ужас испытывает эта душа, и насколько она хочет какую-то помощь из нее, знаете, но уже поздно помогать. Здесь, в этом миру, когда мы живем, мы привыкли, что нам кто-то поможет всегда. Когда нам плохо, поднялась температура, мы там родных зовем, типа, помогите, сходите в аптеку, купите лекарства, там. Если совсем плохо, призываем там церковь, чтобы молились, там, вызываем скорую, или там, не знаю, если кто-то колется, потом милицию вызываем. Всегда какие-то есть из нее такие факторы, которые помогут. Но когда мы уже туда перешагнем, нам уже там никто не сможет помочь, знаете. Если человек отошел от Бога, или если человек услышал благую весть, но не уверовал все равно на это сам, то там уже вопи, не вопи, кричи, не кричи, ползи, не ползи, пытайся куда-то спастись, уже ничего тебе не поможет. Будет плач и скрежет зубов. Поэтому в этом миру еще мы должны хранить себя. И в этом миру еще спасать своих родных и близких, пока еще есть время. Пока еще мы можем помочь им. Потому что там уже, когда не дошел, мы уже не сможем. Это я так раз, знаете, ну, перед проповедью, и как сегодня пастор во время прославления говорил правильно, говорит, что нету такого греха, который бы Господь не простил. И любой человек нуждается в покаянии. Неважно, был ли ты там всю жизнь хорошим человеком, всем помогал, должен применить, если ты не познал Бога, тебе все равно надо познать его. И неважно, если ты там был каким-то вообще вором, там, негодяем, наркоманом, алкоголиком, и ты познал Бога, тебе все равно все простится, там еще все с чистого листа. Когда-то слышал, что пастор один говорит, ко мне пришел прихожанин мой, говорит, пастор, я хочу, чтобы мне зашили рот. Говорит, почему? Я говорю, я боюсь произнести хулу на Духа Святого. В Библии же написано, что хула на Духа Святого не простится. Сына человеческого простится написано, а хула на Духа Святого не простится. Я вам говорю, что любой грех, какой бы ни случился в вашей жизни, Господь простит, если будет искреннее покаяние. Там, где написано, что вот хула на Духа Святого не простится, там видно из контекста, что Господь говорит о покаянии человека. Если человек противится покаянию, если человек противится благой вести, противостоит, тогда действительно он не может получить прощение, ну, спасение, потому что он не хочет получать его. Он противится, он не хочет прощения и так далее. И тоже как-то на рецентре ко мне подходил один человек и говорит, о, ну есть же такие грехи, что не прощаются, человек же может так совершить, скажи мне. Я говорю, да нет, любой грех Господь тебе простит, какой бы там ни был. Он говорит, ну есть же там обычные грехи, а есть, говорят, смертные грехи, типа там. И вот они не прощаются. Я говорю, нет, есть любой грех, какой бы ты ни сделал, все равно тебе простится. Но я заинтересовался этим моментом, думаю, что же за смертные грехи. Знаете, действительно, когда-то в 4 веке, по-моему, на Жаре там сформулировала католическая церковь то понятие, как смертные грехи. Я их даже выписал тут для себя. Самое интересное, в католической церкви их 7, а в православной церкви 8 называют смертные грехи. 7 грехов католической церкви – это гордыня, уныние, зависть, похоть, алчность, гнев, чревоугодие. А у православной церкви еще и тщеславие. А чревоугодие как сребролюбие, типа, ну, меняется. И вот, ну, вроде бы смертные грехи, да, это самое. Я разбирал эту тему, думал, размышлял, много читал на эту тему. Смертных грехов нету такого греха, который бы привел к твоей духовной смерти. Если ты каешься, все равно ты получишь прощение. Но есть вот такие вот состояния, как гордыня, уныние, алчность и так далее. Когда, например, человек эгоистичен и не кается в этом, он постоянно превозносит себя над другими, начинает поддевать других, издевается. Всегда, когда делаешь какое-то замечание, когда я сам разберусь лучше и так далее.
В конечном итоге эта гордыня его приводит к тому, что он отходит от Бога. Он перестает каяться в своих грехах, он говорит, я сам себе голова, я сам буду решать свою жизнь. И вот это вот состояние, оно называется гордыня человека. И в этом состоянии человек действительно не может получить прощения, потому что он не хочет его, он думает, что он сам хочет. Так же, как, например, вот чревоугодие и сребролюбие, это один как бы такой это. Когда человек плотскими благами настолько увлечен, что он вроде бы и кается иногда в них, но не может остановиться. Он дальше, еще больше хочу, еще больше денег, еще больше есть, еще больше удовольствия и так далее. И не может остановиться. Вот это вот состояние, когда человек не может насытиться плотскими благами, оно называется чревоугодие или сребролюбие, неважно. Это действительно в этом состоянии человек не может получить прощение, потому что раб греха. А Писание нам говорит, что нельзя служить двум господам. Да? И ну, вот то, что вы перечислили, действительно такие называются смерти. Состояние человека, когда он уже или не хочет каяться, или не может выйти просто из греха. О чем бы я сегодня хотел еще поговорить в проповеди? Я буду говорить. Знаете, когда Иисус пришел на нашу землю, Он проповедовал о том, что Он Сын Царя. И Он принес царство на эту землю. Он говорил, что я принес не мир, а меч. И вроде бы им должны были заинтересоваться римляне, знаете, которые в то время были пановали, да, на той земле. И там, следить за ним как-то, там, противостоять ему и так далее. Но Писание нигде об этом не упоминает. Там, там есть только что сотник к нему пришел римский и просил его исцелить слугу. И в то же время Господь часто сидел с мытарями там, да, и когда его спросили, нужно ли давать подать кесарю, он сказал, кесарю, кесарю, Богу Божию, да, это сам. Вроде бы местные вот эти националисты там были, зелоты, да, они бы даже тоже его преследовать были, потому что ну, он вроде как спокойно относился к римскому вот этому господству. Но они его тоже не преследовали. А кто преследовал Иисуса Христа? Кто противостоял ему постоянно? Религиозные лидеры, фарисеи и саддукеи. Давайте посмотрим, что Господь говорит здесь о фарисеях. Матфея 15 глава, 7 по 14 стих. Здесь так жестко пришло, говорит, лицемер. Хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии, устами своими и чтут меня языком. Сердца же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но что то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его приступили и сказали, знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не мой, не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепые. А если слепой ведет слепые, то оба упадут в яму. Тот же отвечал, сказал ему, изъясни нам пищу. Ну все, 7.14. Здесь видите, что Господь просто говорит даже, что они идут в погибель. Учат учением человеческим. В конце он говорит, что они слепые и упадут в яму, конечно, на то. Почему так жестко? Ведь фарисеи на то время это была религиозная элита Израиля. Люди, которые были духовным примером в Израиле. Когда Иисус проповедовал Израиль, в Израиле было открыто это течение вообще религиозных. Иессеи, фарисеи и саддукеи. Иессеи это люди были, которые да, ну, они очень строго, неукоснительно соблюдали все заповеди Торы, все заповеди Ветхого Завета. И чтобы им было легче это соблюдать, они говорили так, так как мы здесь там рядом с людьми не можем этого соблюдать, то мы уходим, и они уходили там в пустыни, в горы куда-то, в каменистые места, и там жили, чтобы им просто ничего не мешало. Поэтому как бы в Новом Завете мы практически ничего не слышим о Иессеи. А фарисеи и саддукеи – это два других религиозных течения, с которыми постоянно Иисус сталкивался, с которыми Иисус постоянно спорил. И давайте еще Матфея, 23 глава, 13-15, 27-29, прочитайте. Мы будем, начнем сначала разбирать с фарисеев. Здесь 23 глава, с 13 до 15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домой вдов, лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения. Воля вам, книжники и фарисеи лицемеры, что обходите волю суд, дабы обратить хотя бы одного.
А когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. 27-29. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям правильными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники правильно. И говорите, если бы вы не отцов наших, то не было бы сообщниками пролить крови. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыны тех, которые избили пророк. Значит, кто такой фарисей? На то время. Давайте объясним. Фарисеи появились примерно в 3 веке до нашей эры, когда Израиль рассеялся в Персидской империи. Появились такие учителя из народа, знаете, они были, ну, это были не богатые люди, а просто люди, которые читали Писание, которые проповедовали народу, и их задача была, фарисеи вообще означает отделенный, да? Их задача была, чтобы учение Израиля, вот эта Тора, она не смешалась с персидскими учениями. Они смотрели, чтобы заповеди неукоснительно соблюдались, они следили за тем, чтобы никаких вот изменений не было, таких вот смешений каких-то с иудейской религией. И на тот момент, когда Иисус пришел, уже 300 лет они были вот так вот, ну, учителя народа, можно сказать. Но что произошло со временем с фарисеями? Они начали считать себя уже религиозными авторитетами. Забывая, что Бог тебе должен через нее говорить, они начали говорить о своем имени. В каких-то мелочах они соблюдали что-то, а в чем-то большом закрывали глаза. И в современном, знаете, обществе, почему, кого мы называем фарисеями, кто может быть фарисеем? Человек, который покаялся, и все у него в жизни было, знаете, вот так вот, ну, плохо, вот как у меня, например. Но постепенно, со временем, когда он был с Господом, когда он ходил в церковь, все в жизни его наладилось, все стало хорошо. Он стал считать, что я больше не нуждаюсь в руководстве Божьем, дальше я могу и сам. Он уже знает Слово Божие, он может ответить на любое какое-то там учение. Когда он сидит в церкви, слушает проповеди, там, обличения какие-то, это не ко мне, это я все понимаю. Когда кто-то проповедует, он говорит, да, я это все знаю, мы уже все это проходили. Это обычно человек, который не участвует в каких-то делах таких вот, ну, в церкви, но который все знает, все может подсказать. На любой аргумент, который ему ты говоришь, у него там 10 разных ответов в зависимости от ситуации. Человек образованный, человек, который все знает, человек, который считает, что он самодостаточен. Он не зависит от Господа, он не зависит от церкви, не зависит от служителей, сам себе учитель такой, знаете. Какие были претензии у Господа нашего к фарисеям? Первое. Они говорили одно, а делали другое. Вот сейчас мы, когда будем читать эти пункты, мы должны проверять тоже себя. Я буду себя проверять. Так ли мы поступаем, как говорим? Вот мы учим, мы стараемся говорить, нам нужно делать так, и так, и так. Так мы так ли мы делаем в своей жизни? Говорили одно, делали другое. Они, второе, искали популярности среди этого мира. Иисус говорит, что они останавливались на перекрестках и лицемерно долго молились, чтобы люди обратили на них внимание, что они такие вот правильные люди. Ищем ли мы популярности в этом миру? Или мы ищем популярности у Бога, воздавая ему должное? Третье. Делали добрые дела на показ. Господь говорит, вот милостыми, да, они давали на показ. Знаете, люди многие в этом миру, сейчас модно здоровый образ жизни, ЗОЖ, да? ЗОЖ это называют. И они придут в спортзал перед зеркалом, сфотографировались, все, больше в спортзале никто не видел. Но фотосессию сделали, выложили, смотрите, какие мы молодцы. Такие фарисеи, они давали на показ, там, милости, не делали на показ, знаете, что еще. Я когда-то рассказывал здесь смешную и грустную одно и то же время вещь, как одна религиозная организация, у них были типа как курсы пасторов, короче. И человека, который прошел эти курсы, спрашивал, говорят, ну вот вы заплатили там сколько там, 300 или 600 долларов на то время они были за курсы за 2 недели. Говорит, а что, чем вы занимались на этих курсах? Он говорит, ну мы ходили, брошюрки раздавали этой церкви возле метро. Говорит, ну а вам преподавали что-то? Он говорит, ну там был, по-моему, день такой, что нам что-то рассказывали там. В основном, как раздавать брошюрки.
И что, вы больше ничего не делали, только шуки раздавали на этих курсах? Не, еще раз было, что фура приехала, помощь Красный Крест, какие-то продуктовые наборы, короче. И мы распаковывали Красного Креста, обложку снимали, а перепаковывали в этой организации, типа, ну, обложку, чтобы потом раздавать и рассказывать, что это... Вот это вот то, что называется фарисейство, делать что-то на показ, обманывать вот, вот таким вот образом. Четвертое. Они были набожны на людях, но втихаря грешили. Вот здесь Господь говорит, что они, ну, снаружи как белые, да, покрашенные, типа, внутри, ну, что они как рабы, снаружи белые покрашены, а внутри полны всяких нечистот и костей, да? И пятое, это двойные стандарты у них были. Помните восьмую главу, когда Тадима проповедовал, восьмая глава Иоанна? Там, где привели блудницу к Иисусу и сказали, что нам сделать, нам нужно побить ее камнями. Что нам нужно сделать? Она говорит, ну тот, кто из вас без греха, тот пускай первого бросит камень. И они тогда разошлись, и никто не бросил ни одного камня. Потому что все были грешны. Но к этой блуднице они хотели применить казнь к себе, они об этом не думали, знаете. И так часто мы в нашей жизни, мы замечаем, сучок в глазу брата, а при нас в глазу не видим. Мы готовы судить, бежать кого-то, мы готовы жаловаться там пастору или служителям на кого-то, смотрите, вот он такой, такой, такой. А за собой мы не замечаем таких вещей. В первую очередь нужно обращать на себя. Итак, я еще раз повторю по фарисеям. Пять пунктов. Первое. Говорят одно, а делают другое. Ищут популярности у этого мира. Третье. Делают на показ добрые дела, чтобы их замечали. Четвертое. Набожны на людях, но втихаря где-то грешат. Пятое. Двойные стандарты. Ну вот еще говорят, я в Библии этого не нашел, но у других проповедников было написано, что фарисеи разрешали разводиться в каких-то там ситуациях разных. Иисус за это и критиковал, что говорит, разводящийся, да, с женой прелюбодействует, и тот, который женится на той, которая разведена, тоже прелюбодействует. Он критиковал из-за этого. И написано, что там Бог сочетал, тот человек его не разлучает. Вот это вот вкратце о фарисеях я вам расскажу. Я могу за себя сказать, я всегда, ну, всегда часто привожу себя в таких положительных примерах, как я там молодец был на репцентре, как я что-то сделал. Но я могу рассказать, как вот я, например, падал потихоньку. Я закончил семинарию, и я учился хорошо в семинарии, я старался послушать преподавателей, которые какие-то мудрые вещи говорили, и очень интересовался у других студентов, те, которые уже есть какое-то образование. Мы сидели вместе, читали там в оригинале, как написано все. Мы там, ну, каждую букву изучали, каждые там исторические факты, какие-то церковные вещи там, и так далее. И потом, когда я вернулся уже в церковь родную, там, ну, Белую Крыницу, нет? Уже, знаете, было как-то, я чувствовал себя таким, знаете, познавшим все, я уже все знаю. Я приехал, и тут рассказывают какие-то такие простые вещи, которые для меня уже давным-давно понятны. Вокруг сидят там, ну там, женщины, которые, знаете, какие-то простые вещи надо давать или что-то еще. Я про себя думал, вот если бы мне там дать стадион, вот это я бы сейчас показал, как я знаю. Вот это бы я такие вещи там говорил людям, чтобы они просто там, ну, вообще бы говорили, вот это вот человек, вот это он знает. Знаете, в чем проблема вот таких людей, которые говорят, да дайте мне стадион, да что-то еще. Они не способны одного человека даже вести за собой. Здесь вот в мыслях, они готовы там куда-то пойти, что-то сделать. На словах они говорят, да, я все знаю, да я все смогу, да что-то еще. Но когда говоришь, ну сделай что-то, оказывается, что человек ничего не может. Что полагается только на себя. Ну вот я начал полагаться на себя. Я все знаю, я все это проходил. Вот эти обличения, что я слышу, это не ко мне, что-то еще. И все, я дальше начал жить уже своими путями какими-то. Потихоньку отходил от Господа. Еще там в семинаре познакомился с братьями, которые мне рассказали, что пиво пить это не грех иногда. О, можно иногда пивка потом делать и так далее. И так вот отходил от Бога. Женился на неверующей женщине. Начал там с друзьями, получается, общие уже компании какие-то ее там. Там же водка пошла, и коньяк, и так далее. Потом начались проблемы на работе, еще больше начал пить. И постепенно я, ну, вообще потерялся. Отошел очень далеко от Бога.
Есть люди в этом мире, которые обманывают сами себя. Они думают, что то, что они там раз в год ходят в церковь на Пасху или на Рождество, посвятили там яйца, Пасху, потом принесли обратно, это делает их верующим. Что крестик на шее делает их верующим. Что какие-то там ритуалы мелкие там по дому, что-то повесить там на дверь, там какие-то траву накидать на пол там, или что-то еще. Вот это вот делает их верующим. Верующим делает только рождение свыше, когда ты стал другим человеком, когда ты отрекся от греха. Я, знаете, когда был уже алкоголиком, я соблюдал какие-то вещи такие смешные, которые я думал, что может быть, а вот рука это меня спасет. Я иногда ходил в церковь, с Бодуна приходил, мне так плохо было, там на задней лавочке посидел, на Жмаченко там 20, да, по-моему. Ничего не понял, ничего не услышал, но мне не надо, в принципе. Ну, я себе галочку поставил, все, вот я в церковь сходил. Ну, это же хороший поступок, все-таки я сделал. Был такой смешной случай. Сижу там с местными алкоголиками в селе. Наливаю по стаканам, они говорят, а я тут вкусняшку принес там на закусь, вот смотри, там открываю. Говорят, ты шо? Я такого не ем, убери, это же кровянка, это грех большой, типа давай по 50 наливаем. То есть какие-то такие, цеплялся за такие какие-то мелочи, вещи, которые мне казалось, что это вот, ну я же молодец все равно. И вот, вот здесь я все-таки же соблюдаю. Вот здесь вот не соблюдаю, а вот здесь вот, маленькая точечка, я соблюдаю. Да. Не надо себя обманывать. Это вот фарисейство приводит к таким вещам, что люди там где-то в мелочах еще пытаются что-то соблюдать, там где-то что-то еще делать. Смотрите, вот это я сделал, вот здесь сделал. Но сам образ жизни далек от Бога, и сердце далеко отстоит от Бога. И они не слышат голоса Божьего. Это фарисеев, как раз, еще расскажу вам о Саддукее. Матфея, 16 глава, с 1 по 12 стих. «И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал в ответ, вечером вы говорите, будет звездно, потому что небо красно. И поутру сегодня не настиг, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамение времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный. Знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения его на пророка. И оставив их, отошел. Перебравшись на другую сторону, ученики его забыли взять грехов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь запаска фарисейской и саддукейской. Даже не ниже помышляли себе и говорили, это значит, что грибов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете себе маловерное, что грибов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как вы разумеете, что не о хлебе, я сказал я вам, берегитесь запаска фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им, беречься не запаски хлеба, но учения фарисейского и саддукейского. Знаете, Иисус, когда учил, он говорил, что по словам фарисеев поступайте, но по делам не делайте. Здесь он говорит, берегитесь запаски фарисейского и саддукейского, берегитесь лицемерия, берегитесь тщеславия того, которое мы проповедуем. Саддукеи это была совсем другая на самом деле. Знаете, когда мы читаем Библию, там мы всегда слышим фарисеи, саддукеи, фарисеи, саддукеи. И мы чисто так, ментально начинаем ассоциировать между собой. Одни и те же люди практически. На самом деле саддукеи были совсем другими людьми. Это люди, которые не поднялись, а они были знатными изначально. Это люди знатных родов, главы родов, которые были в Израиле. И их возвышение произошло, когда было восстание Иуды Маковея против греков. Книги Маковейские, они не входят, да, в Библию, ну, может, вы знаете, там, читали. Неканонические, да? Да, неканонические книги, но... Это люди, которые были военачальниками, как люди, которые были священниками при Маковее вообще. Люди знатные. Саддукеи еще не верили в воскресение из мертвых. Когда фарисеи спорили с ними, там, Иосиф Флавий, который писал, что фарисеи спорили с саддукеями, и фарисеи говорили, да вы же даже, мол, не верите в воскресение из мертвых. Они говорили, да, сынки, мы не верим. Видите, насколько мы праведнее, чем вы. Вы ждете награды на небесах, из-за этого вы стараетесь угодить Богу. Но мы живем здесь на земле только это самое. И все равно мы из любви своей хотим угодить Богу. Вот они не верили в воскресение из мертвых. И что самое интересное, знаете, я был поражен. Во времена Иисуса Христа Синедрион, первосвященник и все остальные члены Синедриона были саддукеями. То есть верхушка иудейская на тот момент состояла из людей, которые даже не верили в воскресение из мертвых. Саддукеи не признавали книги
после второкнижной мысли. То есть мы признавали Тор, и фарисеи еще признавали все книги, Первопоминон, Царство и так далее. А садуки признавали только Пятикнижие, вот это Тор, и все. Больше других книг они не признали. И это были знатные, богатые люди, которые считали, что чем ты богаче, чем ты более знатный, тем больше тебя любит Бог. Вот так вот у них была такая философия. И за что их критиковал Господь? Первое. Они любили главенство. На любом празднике они выбирали лучшие места, бежали на перегонки, все сесть, чтобы кто более знатный показать. Второе. Они завидовали Христу. Завидовали его популярности, постарались, преследовали его и старались погубить его. И третье. Сребролюбие. Ну, я уже говорил, что вся философия вообще садукея состояла, что чем ты богаче, чем ты более знатый, чем ты больше накопил, тем больше тебя любит Господь. Когда ты читал такую притчу, один еврейский парень пришел, говорит, к раввину, говорит, у меня один друг есть, и с ним что-то случилось. Говорит, когда мы были вместе начинали там какие-то дела делать, он был бедный, я был бедный, говорит, и ну, мы дружили, мы постоянно встречались и так далее. Говорит, сейчас он стал богаче меня и перестал ему со мной общаться, не хочет меня видеть. Скажите, что, ну, как вот так получилось и что делать? И раввин говорит, подойди и глянь в окно. Вот смотрит в окно, говорит, ну что ты видишь? Ну, говорит, ну люди там ходят какие-то по улице и так далее. Говорит, а теперь глянь в зеркало. Говорит, тут глянул в зеркало, говорит, ну как что ты видишь? Ну себя вижу. Говорит, видишь, стоит просто стекло покрыть серебром, и человек видит только себя. И так вот сребролюбие, знаете, когда у человека появляется какое-то серебро, он видит уже только себя и свои интересы. Он не замечает ни близких, родных, друзей и так далее. Только я и мои деньги, и мои интересы. Когда-то видел проповедь одного проповедника по телевизору, родители в областях, и там такой был хороший очень сюжет. Сам этот проповедник сидит на берегу Днепра, горит костер такой из поленьев, он в белом костюме такой, говорит, что, знаете, Господь любит нас. Господь пожертвовал ради нас. И мы эту любовь должны давать другим. Мы занимаемся тем, что мы транслируем Божью благодать, Божью любовь в сердца других людей. Если у вас там нет возможности как-то помочь другим людям, каких-то обстоятельств, что-то еще, вы можете пересылать деньги на наши счета, и мы будем помогать людям вместо вас. И вот здесь вот снизу телефоны, звоните там, и вам подскажут, как перечислить правильно деньги. Ну, в общем, ну, в целом проповедь очень хорошая, я, знаете, послушал. А еще сама постановка, ну, сюжета, вот этот костер, шум вод Днепра, знаете, тихий голос такой спокойный, и любовь это в голосе. И она мне произошло, произвела такое впечатление, думаю, ну, может там, ну, где-то там, может же он и молодец там и так далее. А потом кто-то выкладывает в сеть, тоже снято на мобильный телефон за, ну, перед этим сюжетом. И, ну, как он общается с теми, кто будет его снимать, вот этот проповедник. И там, да идите вы, ну, в попу, мягко выражаясь, он сначала говорит, потом типа посылает еще раз только уже в другое место, но не матом, но очень близким к этому слову. И там слышно, что кто-то, ну пастор, пастор, сейчас все будет. Он типа, шо, да я кто, мальчик по-твоему, что я должен сидеть и ждать? Типа, иди ты опять в попу его, да, посылай. Там слышно, кто-то там, девочка за этой камерой расплакалась, там, и пастор, пожалуйста, ну пожалуйста, пастор, типа. Шо, рот закрой, мы на тебя столько бабок потратили, типа, привезли тебя сюда, а ты не можешь ничего. И так, а потом включается камера, это человек говорит, Боже, любовь, мы должны транслировать. Вот это садукейство, знаете? В чистом виде садукейство, когда человек, достигнув богатства, достигнув славы в каком-то определенном кругу, он начинает презирать, начинает унижать тех людей, которые вокруг него, служителей, которые вокруг него. Ну это же... ужасно. Этот человек думает, что, ну, знаете, придет ко спасению, приведет с собой других людей. Здесь Господь очень четко говорит, что
Сліпий поводирі сліпих. Сам упадет в яму і за собою ще потягне кучу народу. Ми вже наблюдали здесь на Україні, як падають великі проповідники і, там, і апостоли. Да? І коли розпадається ця церква, ну хорошо, слава Богу, що коли люди уходять в другі церкви. Ще. А є люди, які говорять, понятно все. І починають жити і грішити. І опять в наркоманію возвращаються, опять возвращаються в алкоголізм. Делають, ворують, убивають і так далі. Все из-за того, что один такой вот человек решил, что он самый крутой, он может без Бога дальше жить, проповедуя. Давайте откроем еще Марка, 14 глава, 55-65 стих, 14 глава. Священники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса. Этот момент, когда уже Христа поймали они, да, в этом Гефсиманском саду и привели на Синедрион. Пресвященники же весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые вставшие уже свидетельствовали против Него и говорили: мы слышали, как он говорит: я разрушу храм все рукотворенный, через три дня воздвигну другой нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: ты ли Христос, Сын Благословенного? И Иисус сказал: Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой, грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что нам еще свидетели? Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его повинным в смерти, и некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить: прореки, и слуги били его по ланиту. Знаете, когда человек становится фарисеем или саддукеем, часто начинает, помимо того, что на других людей, там, на братьев, на сестер наговаривать, или там как-то унижать их, или там отходить от них, чтобы там не слушать голоса их и так далее, он уже начинает восставать против Бога. Он начинает пытаться судить самого Господа. Говорит: почему ты мне не отвечаешь, как этот пресвященник? Знаете, пресвященник, который саддукей, даже не верит в воскресение из мертвых. И так какой-нибудь служитель, который отошел уже давно от Бога, который так вот ведет себя по-хамски к своим окружающим, он спрашивает Бога: почему ты мне не отвечаешь? Ты что? Я смотри, у меня костюм там за $600. У меня машина стоит десятки тысяч долларов. И ты мне не отвечаешь? Да за мной десятки тысяч людей идут. Да у меня все чиновники подкуплены. Я могу любые вопросы вообще порешать в этом мире. И он начинает судить Господа. Господа уже нет с ним. Он построил стену из своего греха между собой и Господом. Он кричит в эту стену, знаете, но пытается судить Господа. Часто мы, знаете, сидим на служениях и киваем, когда слышим какие-то там вещи. Ну, да, мы это уже слышали. А вот это слово уже читали. Да, когда там уже его читали, тоже это не знаю. Ну, просто ли мы слышали, или мы применили это в нашей жизни? Вот о чем мы. То, что мы слышим из-за кафедры, как оно меняет нашу жизнь? Меняет ли? Что изменилось за последний год в моей жизни? Фарисеи были люди, которые отцеживали комара, Господь говорит. Они отцеживали комара не просто так, знаете, это не фигуральная фигура речи. Они отцеживали комаров и мошек, чтобы, не дай Бог, не съесть комара, потому что в нем может быть кровь. А кровь запрещена была, да, получается? Но при этом они не замечали в своей жизни верблюда, то, что они уже давно не с Господом. В этих мелочах. Нам нужно смотреть, что мы, знаете, соблюдая какие-то мелочи, не осуетились и не отошли от Бога. Чтобы в нашем сердце не зародилась гордыня, потому что мы уже давно с Господом, мы уже много знаем и так далее. Чтобы не отцеживая комара, мы не заметили верблюда. Чтобы не было такого, знаете, вот мы читаем притчу про отца, да, и младшего сына. И как там сын сказал, что отец дал мне наследство, ушел. Все наследство там где-то прогулял, потом со свиньями ел с корыта, потом вернулся. И вот, в принципе, на этом эта притча как бы для нас и заканчивается. Что отец его принял с любовью, все.
Мы забываем, что там был еще старший сын, который пришел и в гневе отцу своему заявлял. Как так? Почему ты этого принял, гуляку, да? Ему там быка там и гуляния устроил какие-то, а я даже ягненка от тебя не получил. И Господь говорит, да вообще-то все, что мое, твое. Мы можем сначала быть младшим сыном, знаете, а потом резко сразу перерасти в старшего сына, когда предъявляем какие-то претензии Богу. Из-за того, что в нашей жизни какой-то непорядок, и мы начинаем, вот как этот старший сын, критиковать, что-то думать. Чтобы не было такого, что когда-нибудь как фарисеи стояли на площади, и когда к ним вывели Христа, знаете, и вам на прообраз рая, прообраз этого мира реально. И мы не кричали Христу, что распни, распни Христа, а нам Варнавала, да. Потому что мы любим этот мир, потому что мы любим какие-то эти вот материальные блага. Тогда. Какой вывод я бы хотел сделать из всего этого? Давайте откроем еще Луки. 18 глава, 10-14 стих. Это известная притча, вы ее все знаете, о мытаре и фарисее. Да? 18 глава, 10-14 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но даря себя в грудь говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Каждый возвышающий сам себя унижен будет. Если Господь возвышает тебя, если ты идешь за Господом, то Господь тебя, понятно, будет поднимать. И в духовном плане, и в служении, и в материальном обеспечении. Но если ты сам себя превозвышаешь, сам себя тянешь наверх, то падение твое будет великим. И каждый раз, когда мы становимся на молитву, мы должны быть как этот мытарь. Вне зависимости от того, мы должны, Господи, прости. Господи, пожалуйста, на правом пути есть. Господи, я слабый, я немощный. Апостол Павел, знаете, он пишет, я был фарисей из фарисеев. Но он пишет, я забываю заднее, простираюсь только вперед. Все свои заслуги оставляю позади, все свои знания оставляю позади. И все равно говорил, что я вижу как бы через мутное стекло то, что мне Господь должен сказать. Поэтому, когда он говорит человек, что да, я все знаю, да, я все уже понял, это ложь. Мы можем всю свою жизнь познавать Господа, но когда мы уже будем с Господом, мы поймем только тогда все в полной мере. Католическая церковь сформулировала не только 7 смертных грехов, она сформулировала также 7 добродетелей, которые являются противоположностью этим смертным грехам. Я сейчас вам их тоже зачитаю. Первое – смирение. Второе – отрешение от земных благ. Третье – целомудрие. Четвертое – милосердие. Пятое – умеренность. Шестое – терпение. И седьмое – трудолюбие. И давайте еще откроем 1 Тимофея, 1 глава, 15-16 стих. Здесь апостол Павел пишет. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первым. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение и пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной. Когда он писал 1 Тимофею, апостол Павел, он находился в тюрьме, он уже много лет проповедовал, и уже множество людей показывалось, множество церквей было открыто. Но когда он пишет к Тимофею, он говорит, из всех грешников я первый. Но для того я помилован, чтобы спасать других. Давайте мы не будем забывать, что мы в этой жизни сами ничего не достигли, а все достигли с помощью Господа нашего.
то это именно Он нам дает смысл в нашей жизни, дает правду в нашу жизнь, дает силы все претерпеть. Дает даже, когда мы уже перешагнем где-то там за порог, вот как Даня был. Был в коме, но у него была опора. Он знал, кому надо воззвать, чтобы прийти в себя. А у кого-то нет вот этого, никто не знает, как, кому воззвать, и в коме уже там 30 лет. Я благодарю вас за то, что выслушали меня. Надеюсь, что это изменится в нашей жизни, в первую очередь в моей.